Всем привет! С вами компания Bike4U. Сегодня мы рассмотрим обновленный мотоцикл Motoland Blazer 250. Отличный эндуро мотоцикл по доступной цене. У нашего Blazer установлен двигатель 169 FMM мощностью 16 лошадиных сил и кубатурой в 250. Также установлен балансированный вал, который компенсирует вибрацию во время езды. На Blazer установлены тормоза двухпоршневые и сзади, и спереди. Задний амортизатор 420 мм с регулировкой высоты. На нашем подопечном установлена 428-я цепь, тихий городской глушитель, перевернутая вилка, что порадует любителей эндуро, переднее колесо 21 дюйм, заднее 18, с резиной, которая подходит как для бездорожья, так и для дорог общего пользования. На Blazer установлена защита рук, мягкое сиденье для двух пассажиров и подножки пассажира для удобных совместных поездок, приборная панель с LCD-дисплеем, кроссовая фара с галогенной лампой, стоп-сигнал и светодиодные поворотники.